поверил в судьбу. Кто это? Дочка Корякина. Ты телец. Максим, это судьба. По компотику? Я беременна. Ты попал, Максим. Но потом случилось то, что перевернуло мою жизнь навсегда. Ты уволен, я сказал. Сидеть 2 недели, чтобы вернуть нашего главного клиента. Персональный астролог. Ты за гороскопом пришел. Тебя любят, и ты влюблен. Но это разные женщины. Сегодня только можно изменить свой кармический путь. Всего 30 тысяч. Че? Пожалуйста, 30 тысяч? Пожалуйста. У меня карта. Да мне пофиг. У меня вон что. Хочешь, тебе улыбнется успех? Бойся воды из небесных прорех. Случайность. Итак, моя новая концепция... Я просто подозреваю, что вы не настолько тонко чувствуете женщин. Проверьте меня. А если вот я сейчас попаду куда-нибудь, мы же сможем перейти на «ты»? Наверх лук поднимите. Ты меня все больше интригуешь. Мы утвердили вашу новую концепцию. Нострадамус, метр с кепкой. Ты смотри, как тебя прет. Должность, карьера. Он нам такие бабки приносит. В этом году мы порвем просто всех. Ну а что с мечтой? Имеется? Да. Так ты, значит, у нас любитель гороскопов, да? На войне как на войне, детка. Хотел всю жизнь по бумажке прожить, да? Тебе гороскоп помогает? Помогает. Прими это как есть. Я же вправе сам выбирать свою судьбу, правильно? Я тебе отвечу стихами хорошего поэта. Не ссы, все сложно.